Всем привет, ловите очередной топ товаров с AliExpress, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Мини-бар – это любимчик большинства людей на отдыхе, поэтому я предлагаю растянуть удовольствие и обзавестись домашним мини-холодильником. Он продается в двух милых окрасах в виде мишки и уточки. Внутри есть множество удобных полок, на которые можно как поставить бутылки, так и разместить снеки. Температура настраивается снаружи через удобный индикатор. Также холодильник можно подключить к смартфону через Bluetooth. Он будет воспроизводить музыку, дезинфицировать ваше мобильное устройство и создавать уютную атмосферу при помощи подсветки. А это интерактивная камера, которая сильно поможет всем владельцам домашних животных. Она имеет HD-разрешение с широким углом обзора, а также двустороннюю аудиосвязь со встроенным голосовым помощником. Установив на свой телефон специальное приложение и подключившись к камере, вы можете лично наблюдать за тем, как данное устройство играет с вашим любимым питомцем при помощи лазерной указки. Ну а если у вас пока нет времени, не беда. Все записи автоматически сохраняются в облаке, а стартует съемка сразу, как только устройство фиксирует шум или движение. Поэтому вы никогда ничего интересного не пропустите. Не знаю кто как, но лично я постоянно поднимаю сидушку туалета, чтобы сходить по-маленькому, однако я также знаю и немало людей, которые этого не делают, поэтому после них так не хочется трогать стульчак. Если вы меня отлично понимаете, то наверняка испытывали подобный экспириенс, а значит нам обоим может помочь такая простая штука. Берете в руки, отклеиваете нижнюю часть, липучкой присоединяете к стульчаку и вуаля, у вас появилась дополнительная ручка, за которую теперь легко можно поднять и опустить сидушку, при этом не капли не брезгуя. На очереди полезный мультитул, который пригодится всем продвинутым и начинающим велосипедистам. Он называется Rock Boss и включает в себя сразу 16 инструментов, которые по-любому когда-то да пригодятся. Здесь есть шестигранные ключи от 2 до 6 мм, крестовая и плоская отвертка, 3 гаечных ключа, ключ для спиц, а также 3 головки. При этом мультитул отличается компактными габаритами, надежной конструкцией и стильным внешним видом. Голограммы постепенно набирают популярность, это тренд, который определенно захватит весь мир и перевернет индустрию. Если вы тоже не хотите отставать и желаете одним из первых заценить эту фишку, то вот вам мини-пирамидка, которая в скромной паре с вашим телефоном смогут спроецировать какие-то 3D рисунки. Делается это очень просто, берете в руки свой смартфон, находите в интернете подходящие видосы и кладете телефон экраном вниз прямо на пирамиду. В итоге картинка отразится от грани пирамиды и создастся полная иллюзия парящего воздуха. Воздухе объекта. Покупать сегодня на AliExpress становится не так выгодно, как раньше, но у вас есть отличная возможность сэкономить сервисом Мегабонус. Для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте, затем на главной странице Мегабонус вы найдете магазины с повышенным кэшбэком. Прямо сейчас есть Литуаль, и там можно вернуть почти 12% с покупки, а недавно был AliExpress, кэшбэк составлял до 30%. Чтобы не упустить AliExpress в следующий раз, регистрируйтесь на сайте и регулярно смотрите магазины с повышенным кэшбэком. Активировать повышенный кэшбэк на сайте очень просто, а также установив мобильное расширение, вы получите плюс 2 к уровню лояльности, а чем выше уровень в программе лояльности, тем выше кэшбэк. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. Промокод на повышенный кэшбэк активируется только при переходе по ссылке внизу или по QR-коду. Успейте воспользоваться. Думаю, не меня одного достал постоянный бардак на рабочем месте, то что провода вечно спутаны и не поймешь, какая зарядка к чему относится. Чтобы решить эту проблему, можно обзавестись подобной подставкой, которая является универсальной зарядной станцией для всех ваших гаджетов. Забегая немного вперед, она подходит и для устройств Apple, и для гаджетов на Android. Так вот, эта зарядная станция может одновременно питать ваш телефон, часы и наушники. При этом она показывает время и не занимает много места. Другой предмет, который уже давно уверенно и поэтапно завоевывает всю индустрию игр, это VR, или же виртуальная реальность. Однако из-за дороговизны главного атрибута, то есть очков, мало кто может позволить себе сполна насладиться всей движухой. Но если вам нужно было лишь найти подходящую хорошую модель, то вот держите. Это Oculus Quest 2. Автономные очки виртуальной реальности с 6 степенями свободы. От предыдущей версии шлем отличается увеличенным объемом внутренней памяти. Очки оснащены топовым качеством картинки, точными контроллерами, объемным киношным звуком, морем игр и кучей всяких других плюшек. В общем и целом вещица очень годная.
Фонарик – незаменимый помощник в любых походах или ночных прогулках по неосвещенной местности. Однако, если носить с собой большие тяжелые модели вам не хочется, то вот вам кое-какой мини-вариантик. Он ну попросту во всем идеален, во всем за исключением емкости батарейки. Она тут всего 80 мАч, поэтому светить всю ночь напролет вряд ли вы сможете. Зато за счет своих скромных габаритов фонарик всегда будет под рукой. Его световой поток составляет целых 450 люмен, а дальность действия достигает 350 метров. Плюс, конечно же, он всячески защищен от влаги и пыли. Если вдруг среди зрителей есть пользователи Nintendo Switch, то вот вам годный чехольчик. Не оставлять же любимую приставку без защиты, верно? Материал, из которого он сделан, не прибавляет устройству веса, а также защита не мешает доставать контроллеры. Плюс чехол приятен на ощупь, не выскальзывает из рук и надежно держит приставку, защищая ее не только от царапин, но и от падений. А то все мы прекрасно знаем, как во время важной игры что-то из-за поражения может куда-то полететь. Не специально, конечно же. На очереди металлический цилиндр, который незаметно умещается на любом рабочем месте и приносит человеку много пользы, ведь он является корректором осанки. Устройство использует технологию искусственного интеллекта, чтобы отслеживать ваши привычки сидения. После установки базовой позы вы получаете световые и голосовые индикаторы, которые сообщат вам, что нужно перенастроить. У механизма существует два основных режима – Smart и Custom. Умный – это настройка по умолчанию, которая применяется к правильному сидению, положению при работе за обычным столом. Вторая же настройка позволяет пользователю установить свои собственные идеальные позы. Это может означать сидение немного вперед, дальнейшее отклонение назад или что-то еще. Ну а принцип работы, думаю, всем понятен. Как только человек перейдет в неправильное положение, раздастся сигнал, который быстренько сподвигнет все поправить. Это радиоуправляемый планер Phonix 2400, являющийся очень крупной моделью с размахом крыла в целых 2,5 метра. Кстати, именно этот огромный размах вместе с небольшим весом позволяет самолетику держаться в небе больше 1 часа. Но даже если вы вдруг упадете, это не беда. Изготовленные из ударопрочного пластика корпус и действующие закрылки всегда позволят повторить полет. Ну а про внешний вид, думаю, говорить и вовсе не стоит, все и так видят, какой он красавчик. Туалетный ёршик — это, конечно, круто, только вот в конечном итоге его все равно приходится мыть, и он, как ни крути, может испускать не самые приятные запахи. Да и вообще, им не везде получается убрать, не тронув при этом чистые места. Такова уж его форма. Однако существует альтернатива обычному ёршику. Она представляет собой установку из палочки и набора одноразовых щеток. Просто одеваете насадку на палочку и делаете все нужные дела. Из-за носовидной формы это происходит очень просто и быстро. Ну а потом, когда все готово, выбрасываете насадку и возвращаете палочку на исходное положение. Легко и эффективно. Конструкторы – это очень увлекательные игрушки, которые понравятся как детям, так и взрослым. Особенно старшему поколению зайдет вот этот глобус. Он полностью деревянный, собирается в красивейшую установку с прокруткой через шестеренки, временными зонами, необычными шрифтами и подробной картой. В общем и целом, это отличный подарок любому ценителю конструкторов и географии. Странные настольные игрушки, чек. Эта необычная игрушка называется «Выдави прыщи Питу». Поверьте мне на слово и ни за что, слышите, ни за что не играйте в нее во время еды. Правило следующее, каждому игроку предстоит повернуть стрелку на игровой панели и выдавить тот прыщ на лице Пита, на который она укажет. Но это еще не конец. Видите большой болючий красный прыщ на носу? Так вот, в него заполняется вода или любая другая жидкость, и самому невезучему на один из ходов содержимое может попасть прямо в лицо. Побеждает в игре игрок, у которого будет больше всего успешных прыщей. На очереди полезное устройство, которое позволит вам быстро делать до 300 различных коктейлей, рецепты которых уже автоматически внесены в базу приложения, разработанного под этот автомат. Тоже про сам автомат, он состоит из базы с местом для бокала, встроенного Wi-Fi, блока для связи с мобильными устройствами и 7 съемными емкостями, которые легко моются и могут храниться в холодильнике. Также устройство оснащено системой самоочищения.
Это удобный чайник BioLight, который будет полезен в первую очередь в походе. Его фишка в том, что он позволяет приготовить не только горячие напитки, но и вкусный обед. Все дело в его складной конструкции, которая может превратить его как в чайник, так и в кастрюлю с котелком. BioLight сделан из нержавеющей стали, занимает мало места и очень легко моется. К сожалению, наши любимые старички не всегда себя хорошо чувствуют, порой они могут оказаться в таком положении, что набрать близких по телефону не представится возможности. Чтобы всегда быть начеку, придумано такое вот мини-устройство. Оно в один клик отправит кому надо сообщение о помощи, а также вышлет текущие координаты. Кроме того, у гаджета есть и автоматическое распознавание падения на случай, если человек рухнет без сознания. Это стерилизатор, используемый для дезинфекции ножей и разделочных досок. Кроме того, он выступает в роли сушилки, а также подставки для хранения кухонных приборов. Из плюсов также можно выделить разные цвета элементов. Это важно, чтобы вы не перепутали, каким ножом и на какой доске вы разделывали сырое мясо, а где резали овощи. Бонусом здесь добавили и небольшую область для быстрого натирания небольших продуктов, таких как, например, имбирь или чеснок. Мелочь, а приятно. А это беспроводные перчатки-контроллеры, предназначенные для еще более полного погружения в виртуальную реальность. Благодаря множеству сенсоров у пользователя будет возможность использовать сразу две руки и в точности передавать все движения пальцев. Каждая из перчаток имеет минимальный отклик, быстро коннектится, а также удобно сидит на руке. Если вы часто читаете ночью и уже устали париться с подсветкой, то ловите годного помощника. Он называется Bovio и представляет собой миниатюрный ремешок, который крепится между корками книги. Из-за своей выпуклой формы и расположенных по всему периметру фонариков, Bovio отлично освещает все страницы, а также никак не мешает во время их перелистывания. Продается в большом количестве расцветок. Электросамокаты – это топовые помощники в передвижении по городу, но с каждым годом они делаются все более быстрыми и опасными, что ли. И вот этот YX1 не стал исключением. Никаких фиксаторов для ног. Скорость 40 км в час, дальность хода от одного заряда батареи 60 км. Максимальный угол наклона относительно поверхности земли 45 градусов, угол наклона самой доски 15. Неплохо, да? По своей концепции YX1 очень напоминает скутер Audio e-tron. Идея YX1 про и понятно. В одном устройстве объединены электрический Off-Road Boost Board и самокат, с той разницей, что держаться надо лишь одной рукой. Криолиполиз – научно доказанный метод замораживания жира. Подробнее о нем рассказывать не буду, если кому интересно, потом прочитайте сами. А я пока покажу тренажер, который, если верить производителю, использует этот самый метод для заморозки жира и последующее его смывание уже самим организмом. Выглядит криотон компактно и приятно, подходит для разных областей тела, от живота до ног. Верить ли в это чудо техники решать вам, но я бы не советовал делать все ставки на сжигание жира лишь этим устройством. Без физических нагрузок и правильного питания все равно ничего не поменяется. На вид это самый настоящий трэш. Гигантский наушник с функциями колонки. Так бывает, и это точно не сон. Перед вами огромный наушник, являющийся 100% копией наушника Apple AirPods. Не хватает только кейса и такого же гигантского уха, но это мелочи. Главное удобство – стиль и звук. Из колонки он идет чистый и громкий, без помех и треска, по крайней мере относительно ее стоимости. Это карманный принтер, который предназначен для печати фотографий со смартфонов и планшетных компьютеров. Использует особую технологию термальной печати Zinc, которая способна передать 256 степеней интенсивности каждой цветовой точки. Красивый пейзаж, вкусное блюдо, интересное место – все это можно быстро сохранить на память. Широкая совместимость с самым разным оборудованием делает печать фотографий такой же простой, как и их съемку. А это что-то типа коптильни. В комплекте приходит само устройство, подключаемый к нему шланг, необходимые инструкции, крышка и набор из нескольких вкусов. Вы подсоединяете все элементы, кладете продукт под крышку и проводите туда трубочку. Оставляете на некоторое время и вуаля, все готово к употреблению. Механизм компактный, полезный и способный принести изюминку в ваше блюдо.
Искали интересный Powerbank, понимаю, мне тоже надоели все эти стандартные варианты, поэтому я решил добавить выпуск Powerbank в виде щита Капитана Америка. Он в точности повторяет всем известный предмет, является ярким, довольно компактным и приятным на ощупь. Объем Powerbank 7000 мАч, чего более чем хватит на целый день. Кроме того, аккумулятор имеет два USB-порта для совместного подзаряда двух телефонов или любых других устройств, а индикаторы покажут вам, сколько процентов зарядки у вас еще осталось, чтобы вы смогли все четенько спланировать. Дети очень неусидчивы и тяжело воспринимают нудное обучение от взрослых, но хорошо воспринимают обучение во время игры. Разработчики Quanti сделали игрушку с высоким уровнем интерактивности. Игрушка не просто учит ребенка рисовать, но и общается с ним. Робот способен вдохновить и разбудить фантазию ребенка. Вы можете вставить в руку робота фломастер, он отсканирует выбранную карточку своим волшебным глазом и поэтапно начертит простые линии, которые легко сможет повторить ребенок на своем листочке. В итоге у них получится один из красивых рисунков. Кроме того, робот общается, отвечает на вопросы, учит складывать и вычитать, а также стимулирует узнавать больше новых слов. Аэромяч Hoverball поможет вам устроить истинный чемпионат прямо у себя в квартире, не отправляясь на улицу. Различные виды спортивных состязаний, среди которых футбол, хоккей, кёрлинг и так далее, окажутся доступны в домашних условиях. Мяч Hoverball специально разработан для безопасной игры в помещении. По форме аэромяч представляет собой полусферу, которая с помощью мощного вентилятора парит на воздушной подушке над поверхностью пола. С летающим мячом можно играть на любых гладких поверхностях, включая ковры с небольшим ворсом, деревянные полы, линолеум, ламинат, паркет и ковролин. Это конструктор SpiderBot для изучения многокомпонентных робототехнических систем. Он представляет собой программируемого робота с 18 настройками. Управляется устройство через приложение на Android либо iOS. Кроме того, у робота есть специальный контроллер, совместимый со средой Arduino. С ним можно заниматься программированием на Scratch и C++. В базовой комплектации робот способен двигаться по линии, следить за объектом, а также распознавать цвета, звуки и тому подобное. Это умный чемодан BlueLED, который имеет стильный дизайн и установленный вовнутрь моторчик. Чемоданом можно управлять дистанционно, при этом он оснащен двумя USB-портами, а также удобной стандартной ручкой. Максимальная скорость чудо-аппарата 13 км в час. Также он может поворачивать на 360 градусов. Zenko S Pen – смартфон, который выпускается в виде большой шариковой ручки. Из-за малых габаритов дисплей здесь не очень большой, но зато остальные элементы оказались на своем месте. Здесь имеются две камеры, радио, аппаратные кнопки для набора, а также лазерная указка, функция изменения голоса и даже диктофон. Мягкий кончик приспособления можно использовать в качестве стилуса для управления сенсорными экранами. Поддержка Bluetooth позволяет сопрягать устройство с большими смартфонами. Батарея обладает емкостью 400 мАч. Имеется поддержка внешних карт памяти. А это оригинальные часы, сделанные по картине великого Сальвадора Дали. Как будто расплавленные солнцем, они создают невероятный эффект благодаря своей форме. Создается полное впечатление, что они медленно стекают по поверхности, не обращая внимания на законы физики. На примере этих часов мы можем наглядно увидеть, как в буквальном смысле утекает время. Работают они на батарейке, которая не идет в комплекте, так что позаботьтесь о ней заранее. Ну а о следующем товаре я даже не знаю, что сказать. Вся его суть понятна с первого взгляда. Это USB-дезинфектор, который подключается к вашему мобильному устройству как флешка и излучает ультрафиолет, который, по словам производителя, убивает 99,9% микробов. Насколько эта цифра достоверна, я не знаю. Меня все же не убеждают эти размеры и принцип работы. Но быть может, я заблуждаюсь и устройство реально отлично работает. Наверное, надо проверить. Запатентованная конструкция ключа Bionic устроена так, что при сжимании рукоятки в рабочей зоне выдвигаются фиксирующие элементы, которые надежно зажимают шляпку болта или гайку. Таким образом, вам не нужно постоянно менять ключ на подходящий. Этот универсальный боец справится с любой задачей. Кроме того, он имеет удобную резиновую рукоять и приятный внешний вид.
YA-Cup – это умная кружка на любой сезон. Ей одинаково удобно пользоваться летом и зимой. Она позволяет вам через специальное мобильное приложение быстро регулировать температуру напитка, а также удерживать ее на протяжении всего дня. Кружка может подогревать или охлаждать жидкость. Когда ее температура достигнет установленной, нам придет уведомление на телефон. К тому же компания EOUS дополнила свой девайс такими полезными функциями, как встроенный аккумулятор для подзарядки гаджетов и модуль для отслеживания местоположения. Ну а что, мало ли кто украдет ваш кофе, а так вы быстро его найдете. А эта штука является весьма актуальным решением проблемы плохого обзора через боковые зеркала заднего вида автомобиля или мотоцикла. Аксессуар представляет собой комплект сверхтонких пленок, толщина которой составляет 0,15 мм. Пленка имеет специально разработанную влагоотталкивающую поверхность, благодаря которой управление транспортным средством в дождь, снег или туман становится лучше. Жидкость просто не накапливается на поверхности пленки, а стекает, оставляя отражение без помех. Пленка клеится очень просто, а впрочем, вы и сами все видите. Зачастую, гуляя по улице, хочется сделать крутую фотографию местности или предмета, находящегося вдали, однако увеличение камеры недостаточно. Если ситуация вам знакома, то имейте в виду вот такой вот компактный аксессуар. Он называется Apexel и представляет собой 100x-овую насадку. Она не размывает картинку, сохраняет высокое качество съемки и обеспечивает обещанное увеличение. Все очень быстро и просто устанавливается на смартфон, а также не портит его корпус и саму камеру. Согласитесь, когда вы путешествуете с тяжелым чемоданом, не хватает какого-то помощника, того, кто бы мог подтолкнуть вас с одной точки аэропорта до другой. Именно с этой задачей справляется вот этот красавчик. Он представляет собой гибрид чемодана и самоката, общий вес которого едва превышает 6 кг. Управление им основано на перераспределении веса, поэтому, чтобы поехать вперед, нужно наклониться в соответствующем направлении. Вместительность, кстати, у него тоже шикарная, целых 33 литра. Об этом ноже, думаю, наслышаны многие. Встречайте нож-кошелек от Gerber. Изделие небольшого размера, примерно с кредитную карту. Под кошельком здесь подразумевается наличие зажима для денег, позволяющим закрепить до 5 банковских карт, либо пачку сложенных купюр. Металлическая основа играет роль ножен для небольшого ножа, для размещения которого она имеет специальный кармашек. Длина клинка 44 мм. Растяжка – основополагающая вещь совершенно в любом виде спорта, однако порой сделать качественную растяжку мышц ног довольно проблематично. И если вы сталкивались с такой проблемой, то вот вам решение. Это Dorsiflex, механизм, который позволяет подогнать пропорции под свою ногу и сделать идеальную глубокую растяжку. Он довольно компактный, быстро и легко складывается, а также мало весит. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.